Мост – важнейший для Щелково объект, который с нетерпением ждут автомобилисты и который находится на личном контроле губернатора Московской области. Сейчас на объекте работает 60 человек. Заливка бетоном – один из основных этапов подготовки к обустройству дорожного полотна. Поступающий из специальной трубы жидкий бетон одновременно разравнивали 7 рабочих. На данный момент происходит бетонирование моста пролетного строения через реку Клязьма. Общие работы ведутся сейчас по демонтажу ангара, который нам помешает сейчас на развилку дороги выйти на восточную промзону. По фабричной работе закончим, ведутся работы от фабричной в сторону восточной промзоны. По оценке строителей, операция по бетонированию пролетной конструкции занимает не больше суток. Также было объявлено, что на данный момент готовность всего объекта составляет порядка 80%. Полностью сдача моста должна произойти в ноябре этого года.